В эфире авторская программа Виталия Кацнельсона «Все о джазе». Тема передачи – выдающийся джазовый гитарист Жан-Батист Рейнхард. Жан-Батист Рейнхард в музыкальном мире, его будут звать просто Джанго, родился 23 января 1910 года в цыганском таборе, который стоял в бельгийском городе Ливерши. Музыкальность его обнаружилась рано. С 6 лет Джанго уже играл на скрипке. В 9-летнем возрасте он получил в подарок гитару, с которой больше не расставался никогда. После пожара в таборе Джанго полтора года пролежал в больнице. А когда вышел оттуда, то два пальца правой руки были неподвижны. Угроза разлуки с любым инструментом заставила Джанго искать новую технику игры, что привело к созданию его собственного, нового стиля гитарного разговора. Сейчас вы услышите тему «Будьте добры, леди». Thank you.
он начал выступать в парижских танцевальных оркестрах. Сперва ради заработка, однако банальные пьески не устраивали Джанго. Он искал ансамблевое обрамление для своей гитары и нашел его, создав вместе со скрипачом Стефаном Граппелли квинтет парижского джазового клуба. С Граппелли Джанго разлучила потом только война. Звучит тема «Как высоко луна». Слушайте программу Виталия Кацнельсона «Все о джазе». Если ранее духовые инструменты, доминирующие в тогдашнем джазе, оттесняли гитару в ритмическую группу, то в небольшом ансамбле Джанго удалось добиться для тихого гитарного голоса привилегированное положение, а затем этот голос зазвучал громче. Необычная техника игры, свежесть ходов, нежность лирических переборов, мощность свинговых аккордов и, наконец, динамический ритм – таковы элементы творческой манеры Джанго, принесшие ему славу лучшего джазового гитариста. Популярный джазовый стандарт «Сент-Луи Блюз».